Побывать здесь удается далеко не каждому. Ветераны Дормаша с интересом рассматривают экспонаты музея Сбербанка. Экскурсию устроили для учеников почтенного, далеко не ученического возраста. Эти пенсионеры пойдут в первый класс учиться в информационном центре Сбербанка. Старшее поколение, как сейчас молодежь говорит, с компьютерами не дружит. Соответственно, мы считаем, что сегодняшняя жизнь, она невозможна без компьютеров, и возраст здесь совершенно не играет значения. Поэтому сегодня мы начали эту программу, она рассчитана на много лет. Компьютерные курсы – часть соглашения Сбербанка с Союзом пенсионеров России. Открывшийся новый класс будущие слушатели тут же облюбовали. В первом наборе их шестеро. Работоспособность компьютеров проверил сам исполняющий обязанности управляющего Орловским отделением Сбербанка. Так, все работает, отлично. Сбербанк обещает научить пенсионеров не только обращению с компьютером, но и работе в глобальной сети на портале госуслуг. Повысить грамотность компьютерную. Я приобрел внучке своей компьютер уже лет 5 назад. Она очень владеет хорошо, а я еще ничего. Действительно, хочется знать что-то новое для работы. Я работаю еще, это тоже интересно. Бесплатные курсы продлятся месяц. По окончании занятий ученики получат специальные сертификаты. Заявление на учебу в компьютерном классе можно приносить как в Союз пенсионеров России, так и в сам Сбербанк. Жестких критериев отбора нет. Ни опыт владения компьютером, ни возраст во внимание не берутся.